Вестибулярный есть какой-то аппарат для равновесия в программу. Бог его нам вел. Иначе бы мы падали стократ и опрокидывались не в кровать, на пол. Дар равновесия у позвоночной твари. Цель достигается в отточенных движениях. Мы не шатаемся по банному в угаре, при нужных падежах или спряжениях. Ни влево и ни вправо суметь не завалиться, считая Библию, все это осознал. Феофилакта есть чудесные страницы, считая их, избег какого зла. Рукоположение епископа в преемстве дает нам право в церкви находиться, а значит быть с апостолами вместе и выродиться всех, кто страшных истов. Вестибулярный правил на поклонах. В смирении на исповеди душу открывая, священник-духовник не был бы сам с уклоном, чтоб и его не занесла кривая. След с Иисусом, бедом вопреки, и от успехов нет головокружения. Все выполнив, смиренно прореки, не я, а Иисус не проиграл сражение. Поклоны многие оттачивают стать. Бог обещал столпом соделать в храме. Свое ничтожество узрел возле Христа, держусь за крест, а он стоит лишь прямо. Учения разных ветром намело, и по стихиям мира их схватили. В сектантство само стянет слабым злом, и фанатизм слепой направо столь обильно. Не дай мне уклониться, Боже мой, руководит пусть чувство прямоты. В безверии, чтоб не застыть зимой, в бездействии лежащим не остыть. 5 января 2006 года.